гостям в этой квартире привыкли. Мирно спящий кот не шелохнулся даже при появлении собаки. А вот его хозяин явно ждал не полицейских. На героиновую вечеринку должны были собраться местные наркоманы. Здесь вот ложки, вот шприц-вода. Шприц-вода. Все здесь разводится. Наркопосиделки обычно проходят в его комнате, рассказывает мужчина. Остальные две он сдает квартирантам, но вырученных денег хватает только на еду и одежду. Постоянной работы нет. Поэтому страсть к героину помогает утолить друзья. К вам сюда часто люди приходят? Не очень часто, но приходят. С какой целью? Употребить. Поделиться со мной, употребить. О райском для наркоманов месте стало известно полицейским. Они решили наведаться в нехорошую квартиру. Участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово-Северное был задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в организации наркопритона. Установлено, что злоумышленник систематически представлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Стражи порядка нашли в квартире большое количество шприцев. Видимо, у каждого из посетителей был свой, персональный. Использовали их, правда, многократно. Хозяин квартиры уверяет, наркотики он никогда не покупал. Всегда довольствовался тем, что приносили его гости. В доме запрещенных веществ стражи порядка не обнаружили. Но это не освободит мужчину от уголовной ответственности. Возбуждено дело за организацию и содержание притона. Подозреваемый может отправиться за решетку на срок до 4 лет. Марсель Нургатин, Петровка, 38.